Всем доброго утра. Если вдруг ты еще не понял, что делать с аффирмациями на прошлых сторис, то вы просто в один момент зажимаете экран, и та аффирмация, которая вам попалась, это ваша аффирмация на сегодняшний день. И вы просто повторяете ее несколько раз в течение дня вслух. Молочко. Ты любишь молочко? А пускай хочешь ты? Но я могу рассказать про себя, как это работает. Потому что на самом деле надо быть в моменте здесь сейчас. У деток сегодня сырнички веганские, наших любимых хит-кит. И варенье, как вы помните, я делала с ягодами и семенами чиа. Точнее, джем такой. К сегодняшнему завтраку пришли новиночки от моих любимых масла Том. И у них появились фисташковые пасты. Это мои самые-самые любимые. Я так их ждала. Сейчас буду пробовать. И видите, какие у них теперь упаковки стали классные, без пластика. Сколько новых вкусов. Фисташка с апельсином, белым шоколадом. С вишней, белым шоколадом. С войским грехом. И я вот буду такую с кокосовым маслом кушать. На Мишку, на Валерку. Масло Том сейчас скидки снова до 30 числа. 20% на все-все-все пасты. Можете прямо на сайт переходить, смотреть все вкусы. У них очень много, у них огромное разнообразие ореховых паст. И заказывать себе со скидочкой. Кукла, кто такая куколка собрался гулять, спать на улочке будет? Тут такая смешная. В общем, я не знаю, откуда берутся эти блогеры, у которых руки растут из нужного места, потому что я убиваю просто сейчас часы своей жизни для того, чтобы научиться делать вот эти вот локоны. Короче, дела обстоят так. Я на страничке своей любимой сестры увидела вот эту вот плойку с термозащитой и увидела, как красиво Алина Франди делает свои локоны. Но у меня, видимо, не с того места растут руки. Руки у меня нифига не получаются, поэтому ну его нафиг. Я просто все расставляю. Я пошла себе заниматься детьми. Я расстроилась. Все. Плойка, правда, очень крутая, мне прям очень она понравилась. Мне так жалко, что я не смогла ее локоны сделать. Ну, не знаю, попрошу кого-нибудь меня научить попозже. Видите, тут градусы можно менять, вообще классно. И, кстати, видите, тут она задерживать можно, чтобы она не открывалась. У Оливушки сейчас какой-то скачок роста. Она стала очень-очень какая-то требовательная к вниманию. Одна уже практически не лежит даже в коврике, возмущается, мало плачет. Сложновато с ней последнее время. Месяц назад я в каком-то интернет-магазине заказала себе вот такие вот тапочки. Мне так нравятся они. Я не помню, в каком магазине, так что не смогу подсказать. Просто без рекламы похвастаюсь. Многие интересовались правовым вопросом того, что происходит между нами с Димой. Как вы понимаете, я ушла. Но законы Украины такие, что пару не разводят, если есть ребеночек до года. Поэтому в ближайшие, в принципе, месяцев 10 нас точно не разведут, потому что пока Оливке исполнится год, и потом еще дается месяц на примирение, да, с момента подания иска. Но на самом деле мне не так прям важен, там, что там в паспорте, есть штамп, нету штампа. Для меня важнее, чтобы, в принципе, все было урегулировано, да, потому что я понимаю, что отцу тоже надо видеться с детьми. Вот, и мы уже работаем, в принципе, давненько, я давно готовилась, с моим адвокатом, я вам ее представлю, потому что это Наташа один из лучших адвокатов в Украине, она специалист по семейному праву, она действительно вот настолько подкована, она все нюансики мне объясняет, мы с ней все абсолютно продумываем до каждой мелочи, чтобы сейчас не было ни у кого никаких претензий ни со стороны отца, ни с моей стороны, но, к сожалению, еще, да, карантин все усложняет, но я
На самом деле Наталья просто умнейшая женщина, и у нее очень много премий относительно ее огромного вклада в сохранение института семьи в Украине. И у нее есть также свои курсы по сохранению и созданию счастливой, успешной семьи, где она все это просто разжевывает, каждую детальку, да, с самого начала. Я тоже, если хотите, я даже вот вам ссылочку на него оставлю. Вы можете ознакомиться, там все прописано тезисами, что там на том курсе. У меня его лично, мне, кстати, этого адвоката посоветовала моя подруга, которая тоже недавно разводилась. Она тоже проходила эти курсы, она в полном восторге. А для тех, кому актуально, я дам вам ссылочку, чтобы вы тоже ознакомились, посмотрели, возможно, приняли участие. Вот я попыталась отойти. Пришли наши новые продукты от Луницы. У нас столько крутого всего появилось. Я вам скоро буду показывать. У нас появилась линейка для проблемной кожи. Классные скрабы с новыми запахами. И вот эта штука, это пока пробный вариант, она будет чуть-чуть другая. Это вообще, его хочется съесть. Мыльца, кристальчики мои любимые. Вот такие массажные мыло. Мой обеденный салат. Авокадо, капуста, помидор, огурец, козий сыр. И моя любимая приправа от KitKat.